Компания «Электромотор» представляет насос для циркуляции «Sprut GPD 16-17-750». Область применения. Циркуляционные однофазные насосы с мокрым ротором предназначены для применения в отопительных системах закрытого типа с принудительной циркуляцией или в системах с открытым расширительным баком. Особенности конструкции «Sprut GPD 16-17-750». Насосная часть из чугуна, рабочее колесо из полимера, втулка из нержавеющей стали, вал из хромированной стали, корпус статора из алюминия, подшипники насоса из графита и керамики. Технические характеристики. Номинальное напряжение 220 вольт, частота 50 Гц, потребляемая мощность 750 Вт, сила тока 4,9 Ампер. Номинальная производительность 16 метров кубических в час. Номинальный напор 17 метров. Частота вращения 3000 оборотов в минуту. Диаметр присоединительных патрубков 50 мм. По вопросам приобретения насосов Sprut обращайтесь в компанию «Электромотор». Контактный телефон 519 48 12.